Таиланд – страна вечно зеленых растений, которые поражают своим разнообразием и красотой. Большинство из них не просто приятны взгляду, но также являются очень ценным сырьем для производства различных средств и препаратов, которые помогают при профилактике заболеваний, а также оставаться всегда молодой и красивой. Сегодня мы в магазине Мугда, где представлен очень широкий спектр подобных препаратов. Market at Sakara Diabet, да. Сейчас очень популярный полезный тошек, да. И у нас тоже есть настойки внутри 90 трав, да. Помогает кровообращение, да. Ну вот, например, про сок нони мы очень много уже слышали, очень много было рекламы про сок нони, но никто толком так и не понял, собственно, откуда сок нони берется, из чего он делается и как он появляется в таких красивых бутылочках в вашем магазине? Да, обычно у них есть плод такая, да? Мы набираем плод, да, и сделаем сок. Они, на ананас похож, да? Да. Не похож, маленькая, круглая, да. Но они кислые. Поэтому, когда вы принимаете, не корки, как вино, да, и помогает. А можно попробовать? Да, можно. Да? Давайте попробуем. Сейчас я вам покажу. Давайте. Настойки тоже, хорошо. И настойку попробуем. Окей, хорошо. Знаменитая настойка Маймак. Это смесь 12 целебных трав с медом и с различными другими добавками. Способ приготовления очень простой. Заливаете бутылочку спиртом, настаиваете 7-10 дней, и через неделю вуаля, настойка, которую нужно употреблять по 20 грамм после еды, то есть 4 раза в день. 40 градусов, так же, как и русская традиционная водка. Попробуем? Давай. Ваше здоровье? Здоровье. Ваше здоровье, дорогие друзья. Крепенькая, крепенькая, но вкусная, пряная. А, то есть это при похудении, это вместо йогурта, вместо кефира, только кефир. Полезно. Как называются еще раз семена? Семена базилика. Семена базилика. Надо. Необычно. 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 Да, необычно. Но вкусно. Это семена базилика. Семена базилика, из которого мы с вами только что попили чай. Да, да, да. Любой водой заливаются и становятся в размере в своем больше, я так понимаю, намного больше. Да, одна чайная ложка миксуется, да, с водой, да, и либо сок, либо йогурт, либо чай, да, поставить 5 минут, они увеличиваются, помните, да, 30 раз. Они в 30 раз увеличиваются? Да, и мы пьем, поэтому мы не голодные, хорошие для кто-нибудь диет, либо проблема кишечник. То есть семена базилика отлично подходят для тех, кто хотел бы похудеть. А для любителей кофе, а также для любителей покурить, существует вот такая зубная паста, которая обладает отбеливающими свойствами. А какие там свойства отбеливающие, Вика? Внутри, да? Да. Это трав тоже, да. Тоже травы? Да. Все на травах, да, все на травах. Панданас, алоэ вера, папайя, бананы, голубой цветок анчан, лимонграсс. Все это произрастает в этом волшебном саду возле этого очаровательного озера, которые превращаются вот в такие маленькие красивые бутылочки с натуральной продукцией, попробовав которую всего лишь раз, вы никогда не сможете променять ее на что-то другое.